Добрый день, уважаемые участники соревнований. Представление спортсменов, выступающих на 20-м чемпионате России среди ветеранов мужчины, возрастная группа М55, весовая категория 56 килограмм, Гизатуллин Мансур, первый край, весовая категория 62 килограмма, номер 2, здесь Владимир Кировченко, номер 3, Лукманов Фарид, Самарская область. Весовая категория 69 килограмм. Номер 4. Гайдетина Фурсуанова. Башкортостан штат. Номер 5. Владимир Виктор. Московская область. Номер 6. Иванов Владимир. Владимирская область. Весовая категория 77 килограмм. Номер 7. Свернов Валерий. Иванская область. Номер 8. Степанов Александр, Московская область. Номер 9. Белов Евгений, Ивановская область. Номер 10. Мальчин Игорь, Смолова Юрия. Номер 11. Чербинин Виктор, Кировская область. Номер 12. Матин Михаил, Московская область. Номер 13. Горшков Николай, Московская область. Весовая категория 85 килограмм. Номер 14. Желудев Николай, Красноярский край. Номер 15. Крысев Александр, Владимирская область. Номер 16. Сидоров Василий, Владимирская область. Номер 17. Ленингалиев Марс, Республика Татарстан. Весовая категория 94 килограмма. Номер 18. Лобов Михаил, Тульская область. Номер 19. Тименов Александр, Московская область. Номер 20. Филиппов Алексей, Владимирская область. Номер 21. Лобанов Павел, Башкортостан. Номер 22. Максудов Ахметхан, Тульская область. Весовая категория 105 килограмм. Номер 23. Чарик Василий, Малый Юрга. Номер 24. Ковалев Алексей, Мановская область. Весовая категория свыше 105 килограмм. Номер 25. Андрей, Мановская область. Номер 26. Койков Александр, Мауимара. Номер 27. Шутников Сергей, Краснодарский край. Участники представлены на 10 минут. Внимание, время перерыва завершено, и мы начинаем вести протокол соревнования. Среди мужчин возрастная группа М55. Установлены две штанги 48 килограмм. На помощь приглашается номер 1. Гизатуллин Мансур. Пермский край. Первый подход. Готовится номер 7. Свернов. Подъем защита. Установлен 52 килограмм. Номер 1. Гизатуллин Мансур. Второй подход. Вес установлен. Номер 1. Гизатуллин Мансур. Первый край. 52 килограмма, второй подход, готовит номер 7, Смирнов. Не тебе, а высылай.
Шевченко не треба писати. Участники не вызваны. Их дозволен Мансур вызван. Я же тебе говорил, ты не готовится номер 77. Прошла минута. Решение судей. Подъем защиты. Установить вешалку 55 кг. Номер 1 изготовлен. Заявка третьего подхода 55 кг. Готовится номер 1 заметном. Вес установлен номер 7, Смирнов Валерий, Кемерская область, 55 кг, первый подход. Готовится номер 15, Рысев. Подъем защита. Вешалка 55 кг. Номер 15. Рысев Александр, Владимирская область, 55 кг. Первый подход. Готовится номер 1. Изотурин. Подъем защита. Вешалка 55 кг. Номер 1. Изотурин Мансур. Берский край 55 кг. Третий подход. Готовится номер 2. Поздеев. Подъем неудачный. Установить 58 кг. Номер 1. Изготовить результат. Установить 52 кг. Номер Поздеев Владимир. Кировская область. 58 кг. Первый подход. Готовится номер 6. Иванов. Владимир 1958 года рождения, наступает по категории до 67 кг. Подъем защита. Вешалка 58 кг.
Номер 6. Иванов Владимир, Владимирская область, 58 килограмм, первый подход. Готовится номер 15, Корзев. Подъем, защита. Вес 59 килограмм. Номер 15. Рысев Александр, Владимирская область. 59 килограмм. Второй подход. Готовится номер 4. Кайрет Динов. Подъем защита. Установить 60 килограмм. Номер 15. Рысев. Заявка к третьему подходу 62 килограмм. Вес установлен. Номер 4. Хайединов Руслан. Паспорт Астан. 60 килограмм. Первый подход. Готовится номер 13. Кашков. Подъем защита. Вес 260 килограмм. Номер 13. Кашков Николай, Московская область. Первый подход. Готовится номер 24. Ковалев. Решение судей. Подъем защита. Номер 24. Ковалев Алексей, Воронежская область. Первый подход. Готовится номер 7. Смирнов. Подъем защита. Номер 7. Смирнов Валерий, Кемерская область. Второй подход. Готовится номер 2. Поздеев.
Номер 2. Костеев Владимир, мастер спорта Кировской области. Второй поток. Готовится номер 22. Максудов.
Вес установлен номер 3. Утманов Фарид. Самарская область. 55 килограмм. Первый подход. Готовится номер 19. Имена. Подъем, защита. Между нами 65 килограмм. Номер 13. Именно Александр, Московская область. Первый подход. Готовится номер 20. Филиппов. Подъем, защита. Вештанги 65 килограмм. Номер 20. Бельков Алексей, Владимирская область. 65 килограмм. Первый подход. Готовится номер 4. Калитина. Подъем, защита. Вес 65 килограмм. Номер 4. Калитинов Руслан. Республика Башка. Руслан. 65 килограмм. Второй подход. Готовится номер 13. Горшков. Подъем, защита. Вес 65 килограмм. Номер 13. Горшков Николай, Московская область. Второй подход. Готовится номер 24. Ковалев. Подъем, защита. Вес 65 килограмм. Номер 24. Ковалев Алексей. Воронежская область. 65 килограмм. Второй подход. Готовится номер 7. Смирнов. Да, потому что...
Киев защита. 265 килограмм. Номер 7, Смирнов Валерий, Кемеровская область, 65 килограмм, третий подход, готовится номер 6, Иванов. Подъем неудачный. Номер 6. Иванов Владимир, Владимирская область, 65 килограмм, третий подход. Готовится номер 22 Максудов. Подъем начинен. Установить 67 килограмм. Номер 6 Иванов, результат в рывке 65 килограмм. Номер 11 в рывке результат 62 килограмм. Номер 22 Максутов Ахметхан, Тульская область, 67 килограмм. Второй подход. Готовится номер 4 Кайрендинов. Подъем защита. Тренер указывает. Вешна 67 килограмм. Номер 4. Каретинов Руслан. Республика Башкортостан. 67 килограмм. Третий подход. Готовится номер 16. Сидоров. Слава Супа, ты свой один до 65 килограмм. Подъем неудачный. Установить 70 килограмм. Номер 4 Каридинов. Результат рывке 65 килограмм. Вес установлен. Номер 16. Сидоров Василий. Владимирская область. 70 килограмм. Первый подход. Готовится номер 3. Лукманов. Подъем защита. Вешна 70 килограмм.
Номер 3. Букманов Борис, сама школа, второй подход. Готовится номер 20. Перекоп. Подъем защита. Две штатки 70 килограмм. Номер 20. Филиппов Алексей Владимировский область. Второй подход. Готовится номер 17. Горшков. Подъем неудачный. Номер 24. Ковалев Алексей. Воронежская область, 70 килограмм, третий поход. Готовится номер 20, Филиппов. Техническая пауза. Готовится Ковалев. Номер 24. Ковалев Алексей. Третий подход. Номер 20. Филиппов Алексей. У него снова 70 килограмм, третий подход. Готовится номер 11. Щербин. Подъем защита. Низкая пауза. Так, хорошо.
следующий год. Билеты еще не заходили. Готовится Коржков номер 13. Вес 70 кг. Установите ассистент. Номер 13, хорошо, Николай Московский, по 70 килограмм, третий подход. Подъем защиты. Установить 72 килограмма. А сейчас как пришлись положение, ой, не положение, протокол почему. Я один за другим, мне 4, мне 8. Я бы сейчас отпечатал. А он постепенно начал. Вот вес установлен. 30. Номер 11, Щербин Виктор. Кировская область, 72 килограмма. Я им говорю, все как. Первый подход, готовится номер 16, Сидоров. Просто чем дальше дни будет, тем больше человечек. Протокол. Может выключить? Да, да. И не просто один. А у тебя файл. Уже! Подъем засчитан. Установить 74 килограмма. Сместим крепеж, что он в позднее время. Вес установлен номер 16. Сидоров Василий, Владимирская область, 74 килограмма. Второй подход. Готовится номер 19. Пинина. Скажет, а я вот или приехал, как взвешивал, или я гонил. Да. Это если смещать, но надо будет поток смещать уже это время. Поздно. Да. Единственное, можно как-то вывести куда-то представление. Подъем защита. 75 штаны. Номер 19, Семенов Александр, Московская область, 75 килограмм, второй подход, готовится номер 22, Максудов. Подъем неудачный. Вес 75 килограмм. Номер 22. Максудов Ахметхан. Тульская область, 75 килограмм. Третий подход. Готовится номер 3. Усманов. Thank you.
19 именно. Подъем,
Вешнамир 80 килограмм. Номер 8 Степанов Александр, мастер спорта Московской области. Первый подход. Готовится номер 9 Белов. Александр Супа, категории до 77 килограмм. Подъем защита. Номер 9. Белок Евгений. Иванов область, 80 килограмм. Первый подход. Готовится номер 10. Максим. Подъем защиты. Вешнамир 80 килограмм. Номер 10. Мальцев Игорь. Новая рука. Первый подход. Готовится номер 23. Чай. Подъем неудачный. Номер 11, Чербинин, их заявка на 81 килограмм. Номер 23, Чапин Василий, Новоюга, 80 килограмм, первый подход. Готовится номер 10, Мальцев. Три секунды. Подъем неудачный. Номер 10. Мальцев Игорь, Камовый рога. Второй подход. Готовится номер 23, Чарин. Подъем неудачный. Yes.
380 килограмм. Номер 23, Чаин Василий, правая рука, второй подход. Готовится номер 10, Максим.
Подъем защита. Между нами 85 килограмм. Номер 8. Степанов Александр, мастер спорта Московской области. Второй подход. Готовится номер 9. Белов. Подъем защиты. Веждан 85 килограмм. Номер 8. Степанов Александр, мастер спорта Московского области. Третий подход. Готовится номер 5. Владимир. Подъем защита установлен 87 килограмм. Номер 8 Степанов, результат пробега 85 килограмм. Номер 5 Владимир Виктор, мастер спорта Московской области, третий подход. Готовится номер 14, Жолудев. Подъем неудачный. Вес там 90 килограмм. Номер 14. Жумодик. Вес заявка 93 килограмма. Вес установлен номер 9. Белов Евгений. Мастер спорта Ивановского области. 90 килограмм, третий подход. Готовится номер 14, Жолудев.
Леонидов, установить 93 килограмма. Номер 9 Львов, результат бровки, 90 килограмм. Вес установлен номер 14. Желудев Николай, Красноярский край, первый подход. Готовится номер 18, Лобас.
чертежа. Подъем неудачный. Две штанги 96 проигрыш. Номер 26. Твоев Александр Малмов-Югора. Первый подход. Готовится номер 12. Мартин. Thank you.
Номер 27, Шутняков Сергей, Краснодарский край, 100 кг, второй подход. Готовится номер 18, Лобос. Сергей выступает в категории свыше 105 кг. 1961 года рождения. Подъем защиты. Номер 18. Лобос Михаил, мастер спорта Тульской области. Третий подход. Готовится номер 14. Желудев. Подъем не удачный, установить 101 кг. Номер 18, Лобос, результаты пробки 95 кг. Номер 14, Желудев Николай, Красноярский край, 101 кг, третий подход. Готовится номер 26, Куликов. Подъем защиты. Установить 102 кг. Здесь установлен номер 26, Ольга Александровна. Малого гибра, 102 кг, второй подход, готовится номер 13, Матин. Подъем защита. Две штанги 102 кг. Номер 13. Матин Михаил. Московская область, 102 кг. Третий подход. Готовится номер 17. Ингалеев. В случае успеха Михаил установит новый рекорд России в Европе. Сегодня у Михаила день рождения, ему исполнилось 55 лет. Работай! Держи! Держи! Держи!
Поздравляем Олегов с установлением нового рекорда России. Установить 103 килограмма. Вес установлен номер 17, Емельев Макс, Республика Башкортостан, 103 килограмма, первый подход, готовится на городе Шупиняков. Thank you.
Весус Назовлен, младший просадин Лобанов, мастер мастер спорта, Республика Башкортостан, первый подход. Готовится номер 17, Ингалиев.
Спасибо.